Здорово, паблеры! С вами Дестри, и сегодня расскажу вам про нашу цветокоррекцию и как сделать маленький прицел. Погнали! На стримах часто я сталкиваюсь с тем, что спрашивают у меня: «Серега, как так? Такая цветокоррекция? Как сделать КС ярче?» и прочее, разумеется, без помощи того бага, который показывал ранее. Там, где, в принципе, гамма 300, brightness 300 и все остальное. Нет, ребята. То, что вы видите на картинке на стримах, это настройки цветокоррекции в самом OBS. У меня же игра, она обычная. Я не трогаю свою видеокарту. Вот, пожалуйста, вам скрин моей видеокарты. Это все чисто, все по стандарту. Но, разумеется, если вам это нужно, давайте мы настроим так, как у меня на трансляции. Откроем OBS, зайдем в настройки фильтра и смотрим, что у нас тут не так. Ага, вот, я тут поднял гамму на 25%, немного подвинул контраст, добавив сокол к картинке и, разумеется, потрогал насыщенность. Вот картинка до фильтра, вот картинка после фильтра. Давайте сделаем то же самое с настройкой видеокарты. Залетаем в настройки. Вот, повторяем то же самое. Повышаем гамму, повышаем контраст и повышаем насыщенность. Вуаля! И у нас насыщенная и красивая игра. То же самое, как на трансляции. Помните одну механическую особенность. Любая постобработка на картинку влияет на само качество этой картинки. Будьте внимательны. Если сделать экстремальные настройки, то радар будет нам просто незаметен, непонятен. Белые иконки тиммейтов будут пропадать, либо вообще не видны. А флешки будут максимально долгими из-за повышенного контраста и яркости. Касаемо вопроса о маленьком прицеле. Никакого в этом нет секрета, потому что маленький прицел, он будет только в том случае, если стоит самое маленькое разрешение 640 на 480. Вот он, картинка маленькая, а вот на высоком качестве. Разумеется, прицел стал больше. Ребят, нету никакого секрета. Все это есть на Steam, на Steam. Вы можете сделать свой прицел маленький и там, и там, и там. И то же самое цветокоррекция. Я не буду гарантировать по поводу на AMD видеокартах, но на NVIDIA это сделать можно легко и элементарно. Я вам показал. Если вам была полезна такая маленькая информация, то, разумеется, ставим лайки, ребята, подписываемся на мой канал и жмем на колокольчик. Помните, стримы у меня каждый день. В будни с 8 вечера до полуночи, а выходные по ситуации. Так что буду рад вас всех там увидеть, почитать и, разумеется, всякие разные вещи по поводу КСК обсудить. До новых встреч, с вами был Дестри. Сейчас будет 3 лучших комментария с моего прошлого видео. И DJ Destra. DJ Destra.